Днепропетровске состоялась сессия городского маслихата 5-го созыва. На повестке дня 16 социально значимых вопросов. Но сначала торжественная церемония. Действующим и экс-народным избранникам областного центра вручили юбилейные медали – 20 лет маслихатам Казахстана. Главной темой заседания сессии стало рассмотрение бюджета на 2015-2017 годы. Планируется его увеличение на 15%, что составит более 11 миллиардов тенге. Значительную часть бюджета планируется направить на сферу образования и социальное обеспечение петропавловцев. В приоритетах расходов по бюджетной политике – социальная сфера. Соответственно, затраты бюджета сформированы следующим образом. 62% или 5 миллиарда 53 миллиона тенге направляется на образование. 19,2% или 1,5 миллиарда на расходы жилищно-коммунального хозяйства. 7,2% или 586 миллионов тенге на социальную помощь и социальное обеспечение. 6,5% направляется на содержание государственных органов и оборону. Это 531 миллион тенге.